торжественного бального танца барышень и будущих офицеров открылся праздничный концерт в селе Ершово. Повод незауряден. Вся страна помогает бойцам СВО, но только шиховские мастера могут подарить музыкальные инструменты, сделанные своими руками. Для нас это очень важно, сохранять шиховский промысел, потому что это один из наших культурных кодов нашего Одинцовского округа. Концерт еще не начался, на почетных местах расположились мастера. В руках 6 инструментов – домры, балалайка и гитара на грифеле знак ВДВ. Началось СВО, вроде бы все пошла гуманитарка на фронт. Ну и мне тоже захотелось что-то сделать хорошее для бойцов. Ну я решил сделать гитару. За кулисами последние приготовления. Зрительный зал в ожидании ансамбля песни и пляски ВДВ. Дирижер, подполковник Владислав Твердый, настраивает коллектив перед выступлением. Вот вижу, что мне одного человека не хватает, вот второго не хватает, сейчас все подходят. Вот Роман Сергеевич, он все время опаздывает на все мероприятия. Поэтому думаю, уволить его или нет, или пожалеть. Но он очень хорошо играет на балалайке. Да, и этим соблазняет. Артисты всероссийского уровня, люди занятые, но время для шуток находят. Акцию шиховских мастеров воспринимают серьезно. Это потрясающая акция, которая позволит детям, которые живут на новых территориях наших, на Донбассе, на Херсоне, заниматься музыкой. Музыка – это прекрасная деятельность, которая несет добро, мир, любовь. Инструменты переданы ансамблю ВДВ, фронтовым творческим бригадам и одной из музыкальных школ Мариуполя. Военные операции продолжаются, но уже сейчас надо думать о мирной жизни на новых территориях. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».